Давно что-то не показывалось. Всем привет. Смотрите. У нас тут льет дождь. Собака тычет меня этим колесом. Я вся вообще вон вся просто уляпанная. Все тут вообще утоптано, если честно. В земле все мокрое. В общем, отработали мы первую неделю. Сказать, что я устала, наверное, сказать нельзя. Я, может, действительно не очень устала. Все-таки как бы отпуск полуторамесячный пошел на пользу. Я похудела за эту неделю на килограмм. Ну, я думаю, что... Шарик. Думаю, ну что, ну все, иди. Иди. Это еще не конец. Мне надо прям 4 килограмма скинуть. Я пойду на МРТ. Все, надеюсь, что рано или поздно у меня ребенок выйдет на работу. Я ей перестану посылать деньги, потому что на МРТ уже на одну я ей там пяу послала. Вот. Картошка взошла, морковка взошла, несмотря на старания шарика и все, утаптывание всего, все, все растет. Даже свекла начала всходить. Такие вот у меня руки, потому что собачье колесо грязное. Вот. Семенами я абсолютно недовольна, у меня не взошла ни одна гамфрена. У меня не взошли кабачки из тех, что я покупала в этом году. Хотела, думаю, на рассаду посажу. Нет. Взошло только два семечка тыквы конфетка и один кабачок черный красавец. Из трех, четырех пакетов. Пяти, или пяти пакетов, не знаю. Декоративная тыква вообще ни одна не взошла. Шарик, ты чего? У нас такая мошка жуткая. Собака вся искусанная, пузо. Я тоже искусанная. В общем, ничего хорошего. Зодок кончился. Если начнется шок или какой-нибудь отек, все. Я просто умру. Что такое? Шарик. Тихо. Соседская собака лает. Ему поставили там вольер. И он на этот вольер кидается. Короче, страшное дело. Шарик. А, шарик еще знает, что его там ждут. Куриная спинка вареная. Ну-ка, куда? Нельзя. Нельзя. Подбирается к спинке. Ну, домой пойду, и тогда ему выйду. Все надо стирать, что здесь. Короче, видимо, он сегодня будет спать на голой лавке, потому что на мокром спать нельзя. А, декоративная тыква не взошла. Я ходила сегодня в магазин «Успех». На 256 рублей набрала семян. Вообще, я купила кучу декоративных тыков, наверное. Пакетиков не знаю, сколько разных. Купила смесь. Смеси. Это с собакой играю. И купила сухоцветов кучу. Ну, у меня сухоцветы так достаточно неплохо взошли. В тепличке, там дома сидят, поэтому вот. Что-то у нас тут... А, я сделала такие... А, потом я зашла еще в 1000 мелочей. Купила белые нитки на кроликов. Купила два горшка. Горшки такие дорогие стали, стоили 120 рублей максимум, сейчас 186, а у меня муж их так нещадно грызут. Вот, короче, купила два горшка, сняла с них верх, приклеила пленочку скотчем аккуратненько, и вот у меня будут парнички под те тыквы, которые я купила.
Мы еще наконец-то разобрали срач, который у нас вот здесь вот был. То есть мы потихоньку все доводим до ума. Разобрали, значит, колеса, тут палки, канаты металлические, еще что-то. Заполнили яму глиной и старым шлаком, которому, наверное, лет 10, а может больше. Ну, уголь. Вот. Кабачок. Дождь пролил, все. Завтра... Эй, лапы, блинский. В натуре штаны не отстирать. А поэтому, чтобы не бегать по огороду грязными лапками, пойдем с ним гулять. На площадку. Завтра утром. Надеюсь, дождя не будет. Сегодня надо постирать и кофту, и штаны. Ой, я вроде чуть-чуть даже разгулялась немножко. Что я еще купила? Пинцет купила, потому что почти дошила мишку из плюшика по выкройке 1900 года. Надо его набивать будет. Что-то, короче, так, что-то вы знаете. Ложусь спать 11:30. Что я делаю, чем я занимаюсь, непонятно. Все, короче, как-то так нормально. Подстриглась я, мне очень нравится. Правда, зараза, когда идет дождь, у меня все это дело кудрится. Надо кучу пенки. А, надо лак еще достать из шкафа, найти, не знаю, где даже стоит. Вот эту вот бледную прядь колорашем закрасить. Сиреневую хочу. Да. Ой, короче. А, еще очередное открытие. Это лак с эффектом геля. Просто вообще фурор. Иди давай. Устала. Ногти. Не знаю, видно, нет. Не видно, что там под... Есть грязь или нет. Покрывает очень ровно. Он такой достаточно... О, Господи, хотел нос почесать. От масок лицо чешется вообще даже, когда эту маску уже часа три не носил. Короче. Не знаю, видно, нет. Глянцевый эффект такой чудесный, очень густой лак, быстро сохнет, собака, надо в меня грязным этим тыкать. Короче, огород мы сажали вот так, одной рукой я с ним играю, другой рукой сажаю, поливаю. В общем, все норм. Давайте, зайца, пока.